Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, рада приветствовать вас. Здесь мы говорим о самом главном, о вашей психике, о вашей физике. Сегодня с вами говорим про зависимость и марихуану. Вредно ли курить марихуану и всякие такие вот штуки? Друзья, это не просто вредно, это создает вам сопротивление, в котором вы вообще теряете себя, вы привязываетесь к какому-то, к чему-то, к кому-то. И после этого вы еще и будете и ментально, и морально страдать. Поэтому, если вы хотите освободить тело и психику, то вам очень важно отказаться от любых способов манипуляции со своим организмом через химические вещества. Почему? Потому что если вы находитесь в зоне риска по зависимостям, то вы просто попадете настолько на крючок, что потом с этого крючка будет достаточно сложно вообще слезть. Любая зависимость вызывает у вас патологическое влечение, с которого очень сложно слезть. Например, руководители компаний бывает пытаются расслабиться через алкоголь и марихуану. Почему? Потому что избыточное напряжение создает вам стрессовые условия, ввиду которых вы пытаетесь расслабиться. Но очень часто всего лишь для расслабления важно понять, где есть грань между восстановлением и движением. Соответственно, если вы хотите расслабиться, для этого есть совершенно другие способы. Баня, сауна, секс с любимым человеком, есть просмотр видео, есть запись музыки, есть программирование, кто умеет, есть рисование, что угодно. Иногда плавание, у кого что. И это действительно спасает. Если вы попали хоть в какую-то зависимость от какого-либо вещества, очень нужно обращаться к психотерапевту, к психологу, к психиатру. В зависимости от действительно тяжести патологии. И еще один момент. Это зависимость от вещества и реакция вообще на мир. Если вы в мире очень сложно реализуетесь, то, соответственно, это происходит через вот эту историю. Марихуана и другие моменты насколько важны? Вообще не важны. Вы просто придумали себе, как справиться с болью, которая у вас есть. А для этого используются другие методы. Кто не согласен, пишите.